Глава государства принял министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбека Ускенбаева, сообщает пресс-служба «Аккорды». Касым Жомарту Токаеву было доложено о результатах деятельности министерства в 2021 году и основных задачах на текущий год. Каирбек Ускенбаев проинформировал президента о ходе исполнения его поручений по созданию новых рабочих мест за счет развития отечественной обрабатывающей промышленности. Глава государства отметил важность создания новых производств, которые обеспечат население работой. По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию строительной отрасли, ее демонополизации, привлечению инвестиций и созданию новых промышленных предприятий, повышению транспортного потенциала и увеличению объема транзитных перевозок через территорию Казахстана, а также по цифровизации промышленности, транспорта и строительной отрасли. Несмотря на сильную простуду, Касым Жомарт Кемелевич сдержал свое обещание и не стал отменять беседы с журналистом национального телеканала, учитывая, насколько эта тема волнует наших соотечественников, сообщил Уали. Он отметил, что интервью главы государства, данное телеканалу «Казахстан», вызвало широкий интерес зрительской аудитории. Можно сказать, что оно уже стало главной темой на информационном пространстве нашей страны, его активно цитируют ведущие мировые агентства. На этом у нас все. Подпишись на наши новости, самые интересные видео, а также сотни комментариев казахстанцев в твоей ленте.